День молодежи в Казанском федеральном отмечается ежегодно. Отрадно, что с каждым годом на мероприятии все больше тех, кто вносит большой вклад в деятельность и развитие нашей родной Альма-Матер. На торжественном вечере традиционно присутствовали почетные гости. Многие из них выступили с поздравительной речью и отметили уникальность Казанского федерального университета, в том числе людей, работающих и учащихся в нем. Это большой праздник для нашей молодежи, и эта сфера деятельности в нашей стране на сегодняшний день набирает обороты. И правильно набирает обороты, потому что молодежь должна видеть своих наставников, своих преподавателей, если это спорт, своих тренеров, значит, если это учебный процесс, то, безусловно, конечно же, это весь профессорский преподавательский состав. Ну и мы тоже должны видеть наших студентов. На торжественном вечере подвели итоги деятельности Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания за 2023-2024 учебный год, который был полон большого количества ярких и насыщенных мероприятий, фестивалей и конкурсов, огромного количества побед и достижений в области молодежной политики. Без внимания не оставили никого. Активистов, волонтеров, спортсменов, руководителей творческих объединений, молодых специалистов вуза, преподавателей и кураторов. Большинство получили благодарственные письма, почетные грамоты, кубки и памятные подарки. У нас есть люди, которые неравнодушны к нашему университету, к студенчеству, к его истории. И они помогают нашим студентам оставить тот след в его истории, который еще будет помниться долгие годы. Поэтому большое внимание мы уделяем наставникам. Ведь это и кураторы, и руководители студенческих объединений. Это и сами те студенты, которые уже становятся тоже также наставниками. И все вместе. То есть если смотреть, наши студенты, кто-то стал победителем в каком-либо соревновании, кто-то стал, какой-то коллектив, допустим, «Смородина», они стали победителем Всероссийской студенческой весны. Но все вместе мы придерживаемся именно того, что мы лидеры молодежной политики как в нашей республике, так и одни из лидеров молодежной политики на уровне России. Мне очень нравится вообще быть тренером, работать с командой студенческой, потому что на твоих глазах люди меняются, люди достигают каких-то успехов, становятся мудрее, умнее, потом уходят. Мы со многими до сих пор поддерживаем связь. В общем, люди просто растут, меняются у тебя на глазах. Это очень круто. В 2024 году ректор Казанского федерального университета с целью развития проектной активности молодежи поддержал идею по созданию конкурса студенческих проектов. Ребята могли получить на реализацию своих инициатив до 100 тысяч рублей. Общая сумма грантовой поддержки в рамках конкурса «Инициативы поколения» составила 1 миллион рублей. Всего для участия в нем было подано 27 студенческих инициатив. Из них 14 команд получили сертификаты на реализацию своих проектов. Мы представляем собой проект по адаптации первокурсников. У нас, так как мы знаем, что у нас немножко сместились даты, мы хотим полностью погрузить первокурсников в новую среду университета, показать, что это будет, как это будет. Проведем для них экскурсии по нашему зданию, оно обширно, много лабораторий, проведем экскурсии по истории КФУ и также вообще познакомим с нашим студенческим активом, с нашим, в принципе, преподавательским составом. То есть это мероприятие, цикл мероприятий, который направлен на помощь студентам в адаптации в нашем новом университете. Наш проект «Творческий развивающий форум «Маяк», он создан для студентов с ограниченной возможностью здоровья. Данный проект реализуется на базе Института межкультурной коммуникации вот уже третий год подряд. В этом году, благодаря тому, что вот Казанский федеральный университет нам предоставил возможность выиграть грант в размере 95 тысяч рублей, мы его будем реализовывать в рамках уже КФУ и надеемся на дальнейшее развитие нашего проекта. Мой проект называется «Школа актива молодой Юлбарс». В чем состоит сам проект? Каждый год очень много первокурсников приходит у нас в КФУ, и они не знают, чем заняться. Очень многие теряются в учебе, они не знают, чем взять свободное время. Именно поэтому мы хотим представить свою школу активов, в которой ребятам объясним, что вот у нас в университете есть такой замечательный студенческий спортивный клуб, как Казанский Юлбарс, что в нем можно быть активистом, что в нем можно участвовать. Также на мероприятии озвучили топ-5 институтов в различных направлениях деятельности по итогам проведенного за год аудита. Прошедший учебный год запомнится ярким и насыщенным. В следующем нас ждут новые интересные мероприятия, новые достижения, новые вызовы, с которыми мы обязательно справимся. Потому что мы – большая семья. Мы и есть Казанский федеральный университет. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.